Всем привет, Днепр на связи, 2 часа 10 минут, клуб полуночников объявляю открытым. У нас, друзья, в пригороде прозвучал мощный взрыв, в 1:34 объявили воздушную тревогу, повышенную ракетную угрозу, и ближе к 2 ночи сообщили о быстрой цели по направлению к нашей области. Объявили угрозу для Кривого Рога, для Каменского и для нашего города. Ну а затем там, в 2 с копейками в пригороде прозвучал мощный взрыв. Предварительно работа ПВО сбили одну ракету. Хотя некоторые слышали 2 взрыва. В общем, такие дела. Перед этим по Украине летали беспилотники. У нас тревогу не объявляли. А вот и тревога добралась к нам. Сигнал воздушной тревоги продолжается. Есть угроза повторных пусков. Вновь говорят, что ракеты «Искандер» из Крыма с любовью. За все хорошее и все плохое. В общем, так. Всем добра. Всего хорошего, доброй ночи, надеюсь, без пострадавших. Да, надеюсь, без пострадавших. Спасибо за внимание, до нового выхода на связь.